царствовали неверных жен. Ведь по закону шариата до 1069 года женщину осматривали как рабочий скот. Ишак ест солома, женщина белых лет. Стала бы должна работать больше. А Алиша Генсоков, он был возмущен этим бесправным положением женщины. Он говорил, что сколько поэтесс на кладбищах говорил на Балкарии, которые так и не смогли прочитать своих стихов. И он говорил, что мужчины мстят женщинам за свое несовершенство и втаптывают имя женщины в грязь. А поэты всех времен и народов поднимали это имя и поднимали его до небес. Мы пересекаем речку Баксан. Обратите внимание, длина реки Баксан 180 километров. Эта дорога ведет к Брусу, край туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Баксан в переводе с тюркского означает кипящий напиток или бурлящее вино.